Дорогие друзья, в курсе 30 мы с вами разбирались, что такое наследование. Ну, во-первых, разобрались сначала по Википедии, там э, профессионально, мутновато. Потом э, разобрались более простым языком, а потом начали писать код. Наша задача была, э, мы ставили себе задачу описать свое поведение. То есть, э, кем я бываю в разных ипостасях. Взяли сначала мы суперкласс для себя что и дальше производный класс грибник, повар, программист и разобрались. При этом я показал вам первый класс, два остальных класса и домашнее задание вам необходимо будет написать самостоятельно. Сложного ничего не будет, то есть наша задача понимания, хорошее понимание Азов наследования в Котлин освоено. Кроме этого, в домашнем задании очень важно. Вы должны будете описать, как производится наследование в Python, чтобы сравнить. И еще вопрос: что забыл, а поддерживается ли в Python множественное наследование? Если да, то как привести пример? И это важно сделать. Есть, нету, потому что в Kotlin множественное наследование не поддерживается. И надо вспомнить э, все эти разницы. То есть почитайте про множество наследований, чтобы понять. Ну а дальше будем опять э, в следующих курсах мы все будем проходить, опять же, наследование. Занимаемся ООП. Как я сказал, мы я представил, что человек вообще не знаком э, с ООП. Единственное, что в любом случае, как я рекомендую, это Обязательно начать, если вы совсем новичок, то однозначно начинаем с Python. Потому что курс Python э, э, в курсе Kotlin я все-таки больше уже использую э, профессиональный язык технический, э, так как курс Python для новичков, где понимают дети в 6 лет, которым встречаюсь, там вообще нету технических слов. То есть для того, чтобы начать языки въехать. Поэтому я для себя Понимаю, что вы э, Котлин переходите, уже изучая Python, чтобы у вас было сравнение. Все, ребят, ссылки в описании видео все получится.